В ДТП в понедельник днем иномарка на «Зебре» сбила ребенка. Авария произошла на улице Энергетиков напротив 19-го дома. Водитель Ниссана «Жук» по каким-то причинам не уступила дорогу переходившему 10-летнему мальчику. Ребенку понадобилась помощь медиков на машине скорой помощи, школьника увезли в больницу. Автоледи теперь грозит административная ответственность в виде штрафа либо продолжительного лишения права управления.